Прошел первый стресс, прошла стадия отрицания, родился интерес. А что будет после? Сейчас прочитала, что в Венеции стала прозрачная вода в каналах. В другом популярном среди туристов месте, которое сейчас пустует, появились редкие красивые птицы. Может, планета хочет отдохнуть? Она устала от суеты людей. Она взбрыкивает штормами и ливнями. Она температурит безморозной зимой. Она стряхивает себя землетрясениями, как собака, которая устала или вышла из воды. Теперь у Земли аутоиммунное заболевание, и планета выбрала способ излечения. Собрать всех дома, каждого жителя, внутри своей страны, внутри своего дома, поближе к родным стенам, чтобы отдохнули от работы, суеты, вечной спешки, чтобы вспомнили о своем здоровье, о настольных играх, о чаепитиях с родителями и детьми, чтобы испечь пирог, тесто которого требует пятичасового внимания вместо хот-дога на бегу, чтобы смотреть, как варится кофе в турке, давно привезенный из путешествия, и неспешно пить его из красивой чашки, дорисовать картину, переписать рецепты в блокнот, пересадить цветы. Планета загоняет нас по домам, чтобы мы навели в нем порядок, начиная со своей комнаты, продолжая своими мыслями. Возможно, тогда мы начнем ценить и скоро вернемся в желанные туристические места, которые пока отдохнут без нас. Весна вдохнет в них жизнь, обновит свежим воздухом без бесконечных селфи и мусора под ногами и откроет нам новый мир, который нам нужно начинать беречь уже сейчас, в эту минуту, начиная с самих себя. Берегите себя и своих близких. Дорогие коллеги, друзья, это правда время перезагрузиться. Все будет хорошо.